Снег опустился, а ветер не дает.
увидим. Не увидите, в лесу она тёмно, не зовите. Снегурка. Не зовите, не зовите. Снегурка к вам идет, давайте позовем ее. Не зовите, не слушайте. Давайте, ее, три, четыре. Снегурочка! И что вы, придет она мокрая, холодная, зачем она вам здесь? Давайте еще раз позовем. Дед Снегурочка! Зачем она вам? А вот и Снегурочка. О, да? Смотрите, дед с ней нету, нету, дед не будет вам подарок. А дедушка за подарок? Не будет, не будет. Дедушка за подарок. Дед старый, мешок тяжелый. Нет, а дедушка молодой, ему всего 250 лет. Не будет, дед, все, ребят, не ждите. Будет. Он придет. Будет. Правда, дед придет? Будет. Ну, придет, 100 лет пройдет. А что нам до этого времени делать? Давайте будем отгадывать загадки и читать стихи. Вы умеете? Не умею. Умею. Да. Смотрите, стихи читать не умеют, песни петь не умеют, загадки отгадывать не умеют, танцевать не умеют, караоке не умеют. Давайте не умеют. Докажем? Да! Давайте, я буду читать загадки, а вы отгадываете. Я под мышкой посижу и что делать укажу, или разрешу гулять, или уложу в кровать. Ну? Радостник. Видишь, какие умные? Что бы я знала, в нашем лесу такого технического прогресса нету. Бьют под мышку по фуражке. Чтоб пожил он в деревяшке. Гость. Правильно. И это знают. Да. Лопотун Егорка взялся за уборку. В пляс по комнате пошел, оглянулся, чистый пол. Метла. Правильно. Ну, вообще, все метла называют, но веник. Забыл я свой веник, досадно, пешком обождение. Его лица ты не видал, а только отражение. Зеркало. Ой, досада. Бабенька, а ты знаешь загадки сама какие-нибудь? Я? Да я только и знаю, что зимой и летом одним цветом. Ёлка. А вот и неправильно крокодил. Где вы видели ёлку зимой и летом одним цветом? Летом она зеленая, а вон зимой какая? Разноцветная. Ну, а вы что знаете? Стихи читать умеете? Да. Не, не умеете. Нет. Ну, читайте. Так, спасибо. Сережа Валерий. Он как раз удовлетворение от Дедушки Мороза, который ушел в подарок. И не вернулся. И не придет, не придет, не придет. Не придет. Мы весной. Зимний гость. Мы весной его не встретим, он и летом не придет. Но... Но зимою к нашим детям он приходит каждый год. У него? У него румянец яркий, борода как белый мех. Интересные подарки приготовил он для всех. С Новым годом поздравляя, елку пусть зажжет, ребятишек забавляя. Станет с нами хоровод. Дружно мы его встречаем. С ним большие мы друзья. Попоить горячим чаем гостя этого нельзя. Вот идет какой-то дед, а в руках его букет. Ни из листьев, ни цветов, ни сосулек, ни снежков. Вот идет какой-то дед. Шубу теплую надел, в рукавицах, в сапогах с ярким посохом в руках. Вот идет какой-то дед. Мы кричим ему: «Привет, Дед Мороз, ты не растай, с Новым годом поздравляю». Видишь, какие дети! Все знают. Как вы деда старого принимать будете? Вот придет он к вам, ну вот, вот старый такой, усталый, и что вы с ним делать будете? А вот что? Развеселить. А как вы его веселить будете? Конкурсы. А какими? Разными. А какими разными? Разными. А стихи читать ему будете? Да. А песни петь? Да. А хороводы водить? Да. А какие вы хороводы водите? Большие. Покажите, старый несчастный. Не видела я их в лесу давно. Ну, вставайте. Берите дар, держите. В лесу.
помощник. Твоя задача заключается в том, что ты будешь держать этот поднос с коробочками. Так, вставай вот так, кстати, а мы вставаем с другой стороны. Сейчас я объясню, что вы должны будете делать. Итак, слушайте. Расскажу я вам рассказ. Полтора десятка фраз. Лишь скажу я слово «три», приз немедленно бери. То есть вы, как только услышите слово «три», сразу берете коробочку. Но как только услышите слово «три»? Ну, коробочки-то три. Понятно, да? А любую коробку? Любую коробку. Все равно как. Однажды щуку мы поймали, распотрошили, а внутри рыбешек мелких увидали. И не одну, а целых пять. Мечтает парень закаленный стать олимпийским чемпионом. Смотри на старте, не хитри, а жди команду. Раз, два, марш! Когда стихи запомнить хочешь, их не зубри до поздней ночи, а про себя их повтори разок, другой, а лучше семь. Однажды поезд на вокзале, мне 3 часа пришлось прождать. Ну что ж, друзья, вы приз не брали, когда была возможность взять. Ладно, берите вот там вот приз, так уж и будет. Открывайте коробочки, давайте посмотрим, что там есть. Ну и что, что не мне, мне тоже интересно посмотреть. Открывайте, открывайте коробочки. И ставьте давайте на место. Так, ребятки, кто у нас загадки знает про Диму? Выходи. Дима, выходи, свою загадку загадывай. Из леса принцесса на праздник пришла, бусы надела, огнем зацвела. Кто это такое? Сюда иди.
Пойдешь ты? Давай. Ну, нет, давай. Давай.
Они обе попадут. Они обе попадут. И обе получат приз. Мы так, пожалуйста.